Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, давайте посмотрим китайскую дичь. Это телефончик Nomi i180. Данный телефончик покупался общим скопом на аукционе на большом. Значит, здесь у нас на борту две сим-карты. Сейчас я попробую, конечно, воткнуть, но мой вот этот вот симочный пирог еле влазит. Так, что, не знаю, карту памяти ставить, не ставить. Сможет он работать без карты? Ну, не сможет, значит, не сможет. Не знаю, где карты. Ага, мне дарили ж карты. Где они лежат? Стопэ. Я вообще забыл, что мне подарили карты. Я вот сейчас взял трансфер на 2 гига. И трансит, разные какие-то. Хрен их знает какая. Давайте возьму какую-то одну, попробую. Да-да, нет-нет. Есть русская пословица: за спрос не бьют в нос. Пробуем, ставим. Только не забываем после проверки вытягивать. А то Игорь постоянно забывает после проверки. У меня так две карты уехали к клиентам. Потом мне писали: Игорь, вам надо картер? Да ладно, дороже выйдет доставка ее в Мариуполь. Так, ну что, пацаки, смотрим. Юстас Алексу. Так, телефон включился. Дальше. На сегодняшний день у нас 28 число. Дальше 09.20.20. Да не 52, а 21. Да боже, что ж такое китайское непонятливое. 23. Ребята, да, тяжело выставлять на этой клавиатуре. Тупая клавиатура, если честно. Так, ну что, давайте пробовать. Видите, так вроде нажимается. Все окей. Дальше. В меню. Журнал вызова. Пропущенные. Набранные. Приняты. Отклоненные. Удалить все. Удаляем. Нам они не надо, чужие телефоны. Явно от прошлых клиентов. Далее. Контакты. Вот это тоже надо будет все поудалять. Мультимедиа. Фотоаппарат. Так, у нас есть фотоаппарат. Значит, мы можем сделать снимки, ребятушки. Давайте пробовать. Чтобы вам видно было вот так. Чпоньк. Так, сохранить. Назад. Так, видеозапись. Ставьте карту памяти. Здравствуй, ты балбесик. Я уж тебя вставил карту памяти. Видите, значит, он ее не принимает. Ну, будем подбирать картинки. Что у нас есть? Назад. Вот у нас есть фото, что мы делали. В память телефона лазит чисто одна эта фотка и все. Аудио. Что у нас есть? Ничего. Видео. Ничего. FM радио. Включите наушники. Хорошо. С утра включим. Диктофон. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяем диктофон, он же микрофон, он же Гога, он же Гора. Так, проверяем. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяем диктофон, он же микрофон, он же Гога, он же Гора. Все, работает. Далее, список файлов. Alarm, аудио, e-book. Это телефон. Видите, пацки? Карту памяти не показывает, не хочет он ее видеть. Так, входящие сообщения. Смотрите, ну, если у нас русский есть, так понятно. Вася, что за Вася? Короче,
По смс-ке он принимает на русском. Далее, выход интернет. Вот как на китайских выйти в интернет, я не знаю. Тут как-то надо вводить, переводить. Короче, я даже не хочу напрягать мозги. Да, выйти. Типа у нас есть WhatsApp, но скорее всего это просто картинка, и стопудово он не работает. Карта памяти не существует. Да, конечно, она не существует. Приложение. Смотрите, ребята, есть у нас змейка. Я не знаю. Ого. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, новая игра, самый высокий. Назад уровень. О. Сложный, обычный. Давайте попробуем на обычном погонять. А, ну обычно, да, но неинтересно. Она как черепаха ползает, и вы сидите, ждете, пока оно доползет. А там термоядерная. Так хотя бы ему сделали какие-то глаза, что ли, какие-то усы. Короче, китайский геморрой. Ладно, ребят, не ту страну назвали Гондурасом. Далее, есть Тетрис. Ну, вот так, сидите, Тетрис. Раньше любил, сейчас ненавижу. Что у нас есть? Будильники, видите, выставлены. Далее есть калькулятор. Тынь-тынь. Вообще ничего не видно. Какие мы цифры набираем? Даже я вот сижу, я представляю, вам там вообще, наверное, ничего не видно в дисплее. Дальше есть у нас календарь. Так, дальше мировое время есть. Самое главное, первый Пекин стоит. Секундомер. Конвертер единиц. Электронная книга можно читать. Инфоторазваги, выход на киевстаровский сайт. Bluetooth, фонарик есть, ребят. Вы прикиньте, у нас есть фонарик. Я, банан, банан. Так это, я, фонарик, фонарик. Так, фонарик. Окей, выключили. Дальше. Выходи, тормозишь как... Так, и вот погнали по настройке. Настройки вызовов. Сим-карта активировать. Тут скрыть. 10, другие. Дальше. Настройки телефона. Время и дата. Так вот, время у нас сейчас 23. Вот так. Выбрать. Выбрать. Боже, какое ж ты тупое. Завал. Прикиньте, так надо сохранять. Настройка языка. Английский, русский, украинский. Прикиньте, английский, русский, украинский. То, что надо. Настройка клавиш. Это вот эти вот настраиваются. Автоматическое выключение. Управление питанием. Осталось 44%. Прикиньте, показывает. Отлично. Первый раз вижу в китайцах, чтобы показывал процентное содержание, сколько осталось аккума. Ну, китайский телефон видит хорошо китайскую батарейку. Восстановить настройки не надо. Далее экран. Эффект анимации. По умолчанию больше анимации нам неизвестно. Больше анимации номер неизвестен. Нормально, да? Другие карты. Короче, он может скачать, загрузить с карты памяти, которую он не видит. Обои, короче, одни единственные. Настройка дисплея. Время, сим, аудио, FM, радио. Это то, что он показывает, что ли? А, ну да. Дальше. Я хочу найти все-таки яркость. Есть в этом телефоне яркость? Есть, пацаны, но она сделана на полную катушку, оказывается. Я думал, что она не это. Ха. Безопасность. Пин, пин, шмин. Так, профили. Ну что, затыкайте уши, вытягивайте наушники. Будем слушать китайскую музыку. Опции добавить, настройки. Настройка мелодии. Так, сохранить. Настройка. Ребят, сейчас будут орать, поэтому не обижайтесь. Я не знал, что Китай перебазировался в Одессу.
Ребят, здесь одесские. Пекин, Одесса. Завал. Банк Империал. Ребята, вам хвала. Пробуем позвонить. Развеселили. Привет. Ребят, короче говоря, китайский телефон Номи, по-моему, собирают не в Китае даже, а в Одессе, потому что закачаны одесские темы. Дай бог здоровья, кто придумал такой интересный телефончик. Рассмешил меня ночью, среди ночи. Мои спят, конечно, сейчас рубить на полную катушку, получу-ка я люлей. Но люлей не хочу получать, поэтому буду завязывать видосик. Что, телефон нормальный для ношения в штанах, как запасной телефон, по-моему, самое то. Стоит недорого, мелодии классные, оказывается, нету писклявых этих китайских мелодий. И фонарик, все. Связь, одесские мелодии, все, больше ничего в нем нет. Ну, вот такая вот моделька сегодня у меня была на обзоре. Вон повиднеется динамики, так представляю, он здесь вот такой вот, или вот такой вот. А, вот он, даже края видны от пластика. Смотрите, ребята, от сих вот до сих. Где-то 2,5 сантиметра динамики. Вот такие болванки их китайские. А вот это вот выглядывает, это их камера. Ну, молодцы. Все, ребята, вот такая моделька сегодня была у нас на обзоре. Ставим пальчики вверх китайцам, ставим пальчик вверх Одессе. Ну и 3 пальчика Игорю. Пишите комментарии. Всего хорошего. Всем пока.